В тот день я понял, что служу не тому командиру. Эрви Добни. Защитить стены! Нас атаковал легион Черного Камня. Их вел Холден Кросс. Выходите! Добни! Чему сопротивляться? Не пускать их к стенам! Милорд! Таран вход! Таран вход! Готовьте луки! Стреляйте! Но я страж. Это был мой долг. Я должен идти. Их кровь на твоих руках, Добни! Давайте! Пошли своих людей! У восточной стены! Войско врага наступало с востока. Итог битвы зависит от места сражения. Ворот, гор, стен. Исход боя известен заранее. Подмога в пути. Я должен был продержаться. Защитить крепость! Вперед! Лучники! Что это за воины?
Ясно? Пульта еще заряжена. В этой битве. Отдохнете! Они не заслужили смерти. Сразись со мной! Не трусь! Что? С тобой? Не к чести мне биться с таким слабаком! Сразись с моим воином. Ты! Ты пойдешь в бой за меня! Ну что ж... Если бы отказал, все бы погибли. Да, он тоже страж. Был стражем. Недурно. Я сражался не за честь дома. Все еще были в их власти.
не к лицу рыцарю легиона Черного Камня погибать от руки простого наемника. Ниц. За храбрость и честную службу я, Холден Кросс, готов принять тебя в Легион Черного Камня. Дело сделано. Идем. Вот так я и стал воином легиона.